Акробатика – спорт или искусство? Подобные споры до сих пор ведутся во всем мире, а правильного ответа на этот вопрос, пожалуй, вовсе нет. Смесь грациозных движений, тяжелых физических упражнений, уверенная осанка и необыкновенные костюмы делают свое дело, превращая акробатику в искусный спорт. Накануне всю красоту своего таланта на суд зрителей и строгого жюри представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 6. В зале школы состоялось традиционное первенство города по спортивной акробатике. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Поражающее сочетание скорости, гибкости, выносливости, координации, изящества и гармонии. Пожалуй, так можно описать то, что происходило накануне в детско-юношеской спортивной школе номер 6. В течение нескольких часов юные акробаты, не жалея себя, показывали на площадке настоящее захватывающее шоу. Элементарными упражнениями жюри было не удивить. Спортсменов оценивали по нескольким критериям – сложность элементов, артистизм, качество исполнения. Для Анастасии Смолдаревой это соревнование далеко не первое. Чтобы пересчитать все выступления, спортсменке не хватит пальцев даже всей ее семьи. Успех девушки заключается в том, что, несмотря на уровень чемпионата, Настя выкладывается на все 100. Ну, несмотря на то, что на городское, нужно туда все силы свои вложить, чтобы победить, чтобы надежды, что занять первое место, красиво выступить и поехать на соревнования в Новочеркасск. Каждый выход в акробатике – это новое представление со своей энергетикой, эмоциями, впечатляющей хореографией и музыкальным сопровождением. Но за всей грацией и пластикой далеко от глаз зрителей скрываются годы упорных тренировок, выматывающие занятия, а порой и серьезные травмы. Первенство города по спортивной акробатике – своеобразное подведение итогов. Именно здесь, в домашней обстановке, акробаты ДЮСША номер 6 могут показать все, чего добились за очередной учебный год. Это традиционные соревнования. Они проводятся уже много лет. И первенство города по спортивной акробатике – это подведение итогов работы за год. Здесь у нас принимают участие не только именитые спортсмены, но и дети, которые выступают сравнительно недавно по спортивной акробатике. Проигравших в этот день не было, а низкие баллы – лишь стимул к тому, чтобы заниматься еще упорнее и защищая честь города, области или даже страны, не ударить в грязь лицом. Ольга Трегубова, Сергей Овчаренко, новости ВТВ.